אם אתם זוכרים, לפני זמן מה אני התחלתי סדרה של המסרים על בסיס של ספר של שמואל, שמואל א'. Если вы помните, несколько недель назад я начал серию проповедей на основе книг царств. Там есть короткие и длинные рассказы, которые рассказывают нам, что произошло с тем или иным человеком. בגלל שזה לא סיפורים סתם מעיתון או מאיזשהו מגזין. И из-за того, что это не просто рассказы из журнала или газеты. אלא מכתבי קודש. Но со священных писаний. שאלוהים במיומנות מסוימת נתן מקום לכל מילה ולכל אות. То поэтому искусным образом Господь дал значение каждому слову в этом рассказе или даже каждой букве. וכן יש את הסיפורים האלה בכתבי קודש. И да, есть эти рассказы в священных писаниях. אז יש משמעות רבה עבורנו. И поэтому каждый рассказ также имеет большое значение для всех нас. ועלינו ללמוד. И мы должны учиться. מסיטואציות טובות ומסיטואציות רעות. Из хороших ситуаций и из менее хороших. אז היום אנחנו נדבר על סיפור שמואל, שאול, הגג ותומה. Сегодня мы будем говорить про Самуила, Шауля и Агаг, царя Амалека и про нечистоты. Тума. Нечистоты. יש דבר כזה בכתבי קודש שנקרא מילה תומה. Есть такое понятие в священных писаниях скверна или нечистота. בלשון הנוצרי הדבר הכי גרוע זה חטא. На в христианском понятии самое ужасное, что может быть, это грех. אבל תומה זה הרבה יותר גרוע. Но скверна это намного хуже, чем грех. אי אפשר לגעת בה. Невозможно прикоснуться к этому. כי אתה פתאום תומה לזמן מה. Потому что ты становишься нечистым на некоторое время. אולי אתם זוכרים סיפור איך עם ישראל יחד עם יוחנן, עם ישוע בן נון נכנס לארץ המובטחת ואחן לקח משהו שהיה מקולל, תמה. Вы помните, как народ израильский вместе с Муше зашел в землю, с Иешуа бен Нуном зашел в землю обетованную, и один из людей взял заклятое, и весь народ стал заклятым, нечистым. И они не могли продвигаться. Тума, а микулал азе, шейхад нагабу, лаках ле ацму, киса бе и браха эт кулам. Это скверно, это заклятое, оно просто поставила под проклятие весь народ, и они не могли продвигаться. Кто помнит этот рассказ из книги Иисус Навин? Очень ясно в Торе написано. Во Второзаконии 7:26 написано. Аль тахнис томе лебайт шелха. Не заноси заклятого в твой дом. כי אתה עלול להביא תחת כללה כל הבית שלך. Не вноси мерзости в дом твой, дабы не попасть заклятию. וזה דברים רחבים. Это очень широкие, обширные вещи. אולי קנית משהו בשוק שהיה מיועד לשימוש אלילי. Возможно, ты на рынке что-то купил, что было предназначено для служения идолопоклонничества. Возможно, ты впал в грех прелюбодеяния или идолослужения. И вдруг наступила тьма. И ты уже, возможно, забыл про это. Но ты не можешь прорваться. Что-то стоит как преграда. Вот наступают дни солнечные и прекрасные, но ты ничему не радуешься, ты не можешь прорваться. Потому что ты выбрал что-то, что нельзя было.
ובגלזה כתוב אנחנו זוכרים סיפור מתורה איך עם ישראל הגיע למקום איפה שהיה הר גבל וגר הריזים ואלוהים אמר לעמנו תבחר מה שאתה רוצה תבחר או כללה או ברכה. Поэтому мы помним это место писания, когда народ израильский подошел к месту возле горы Гевал и горы Зим, и Бог сказал, ты можешь выбрать или проклятие, или благословение. Вот это мы говорим в Брите Хадаша. То же самое мы читаем в Новом Завете. Шауль умер, аколь мутарли, авалло аколь товли. Шауль говорит, не все позволительно, но не все полезно. Ба амира ахерет, תבדוק את הרוחות. Другими словами, проверяй дух, духи. אז קודם כל אנחנו כן בבירור יכולים כמאמינים לדעת מה טמא ומקולל ואסור בכלל לגעת. Мы как верующие можем проверить, что чисто, что нечисто, что заклято и к этому не прикасаться. זה מאוד חשוב. Очень важно это делать. אל תכניסו לבית דבר מקולל. Не нужно в свой дом заносить проклятые вещи. אבל לפעמים אנחנו באים למקום איפה שאנחנו לא ברור לנו לגמרי, מקום, אזור, אפור כזה. Но иногда мы становимся в такой ситуации, когда нам непонятно, можно это или нельзя, заклято это или нормально. אז אפשר לבדוק. Это можно проверить. לאט-לאט. Потихоньку. תנסו צעד אחורה. תנסו צעד אחורה. Проверьте, сделайте шаг назад. Проверьте еще, сделайте шаг назад. עכשיו אנחנו בסיפור של Шмуэль Алеф. А сейчас мы в рассказе из Первого Царства. Шауль бегадоль баатхала бамиухада я мелех тов ле Исраэль. В самом начале своего царствования Шауль был хорошим царем для Израиля. Ванахну ломдим кше ухипес эт макомош, маком шело бахаим. И он искал свое место в жизни. ובהדרכת שמואל הוא אפילו הצטרף לקבוצה של אנשים מנבים. И под руководительством Самуила он даже присоединился к группе пророчествующих людей. אז הוא נכנס לקבוצה הזאת ופתאום הוא התחיל בעצמו לנבא. Он зашел, присоединился к этим людям и он стал и начал сам пророчествовать. מי זוכר את הסיפור? Кто помнит этот рассказ? אבל אחרי הוא הבין, но потом он понял, שזה טוב לנסות, אבל זה לא בדיוק שלו. Что это пророчество, это хорошее дело, но это не его. יש בינינו אנשים שכן נהנים מרוחניות יתר, יש אלה שפחות. Есть между нами такие люди, которые очень любят такую супердуховность, а есть люди, которые меньше это любят. ובאגרת אל הרומים 12 כתוב לכל אחד יש מתנה וקריאה משלו. И в послании к римлянам 12 главе написано, что у каждого свое призвание и свои дары. אז שאול הבין שטוב לפעמים לקפוץ לאיפה יש מלאות רוח או דברים רוחניים על טבעיים, אבל בגדול זה לא שלו והוא היה כזה מלך חזק, טוב ורציונלי. И Шауль понял, что хорошо быть на высоком духовном уровне, но он понял, что его место это быть царем, рациональным и более приземленным. והוא עשה מלחמות ישראל וניצח מלא. הוא היה מלך ישראל 40 שנה. И он очень много вел войн израильских, и он много одержал побед, и он был царем израильским 40 лет. יותר מאשר מצפה להיות ביבי. Намного больше, чем надеется Биби быть. אבל, но באיזשהו שלב הוא התחיל לעשות סטיות. На каком-то этапе своей жизни он начал отходить. קרא אצל שאול שהוא התחיל לעשות שם ופה מין חטא. У Саула были такие вещи, что он тут и там делал грешки такие. ואנחנו כבר למדנו. И мы уже выучили. שיש סוגים של החטא. Что есть виды греха. חטא זה משהו כזה קליל, משהו בתוך האופי שלך. Грех это что-то такое слабое, что есть в твоем характере. ומילה לחטוא בא ממילה חץ, שאתה מנסה להיכנס ישר למטרה, אבל עושה סטייה קטנה. И слово грех это исход на иврите от слова
когда пропустить, то есть пропустить промазать. Цель, промазать. И грех намного легче, чем вина или преступление. И мы читаем о том, что произошло что-то с Шаулем, и он начал уходить вправо-влево немножко. ואחרי הוא מצא את עצמו ממש רחוק מהמקום המקורי שאלוהים שם אותו. И когда он начал туда-сюда вправо-влево отходить, в конце концов он нашел себя очень далеко от того места и призвания, которое Бог предназначил для него. לפני דקה אני דיברתי על דברים תמה, משהו לא טוב. Несколько минут назад я говорил про скверну. אני רוצה להגיד לכם, לפעמים אנחנו לא מרגישים שמה שאנחנו עושים לא נכון, זה תמה. Иногда мы не чувствуем, что то неправильное, что мы делаем, это есть скверно. אבל אנחנו מתחילים לעשות סטיות כאלה. Мы начинаем просто отходить. ואתה עשית את זה פעם, פעמיים, עשר פעמים. Ты отошел и направо-налево 5, 6, 10 раз. קליל כזה. Потихоньку так. ואתה לא מרגיש שמשהו קרה. И ты не чувствуешь, что что-то плохое происходит. אולי בהתחלה היו לך פרפרים במצפון. Возможно, у тебя были угрызения совести. אבל אחרי אתה הצדקת את עצמך. Но потом ты себе нашел оправдание. אני בטוח שאין בן אדם שלא קרה לו דבר כזה בחיים. Я уверен, что нет человека, с которым бы такое не произошло. ופתאום אחרי זמן מה אתה מתעורר. А потом ты после некоторого времени просыпаешься. ואין לך כבר כוח לחזור. И у тебя уже нет сил вернуться. תהיו ממש רגישים אם אתם סוטים מהכביש שאלוהים שם, קרא לך ללכת בכביש הזה. תחזרו בתשובה, תעשו תיקון. Помнить, будьте осторожны. Если вы чувствуете, что вы немножко отошли с того пути, на который Бог призвал вас, то покайтесь и вернитесь. מאוד חשוב. Это очень важно. זה למה יש מדי פעם עצירות, חגים, כשאנחנו יכולים להתקרב לשמיים ולהרגיש בתוך מצפון, בתוך נפש שלנו, באיזה מצב רוחני אנחנו נמצאים. Поэтому очень часто в израильском обществе, культуре есть такие остановки, праздники, когда мы можем остановиться, проверить себя, в каком положении мы находимся. Шауль. הוא עושה מלחמות אלוהים ועושה הרבה ניצחונות. שאול совершает Божьи войны, и он одерживает много побед. אבל כשאנחנו קוראים סיפור, מה קורה בין שאול ושמואל הנביא, אנחנו רואים שיש הרבה דברים שאנחנו בקושי מבינים. Но когда мы читаем в рассказах, что происходит между Шаулем и Самуилом пророком, мы читаем о многих вещах, которые сложно понять. כנראה היו ביניהם הסכמים שלא כתובים בכתבי קודש, וזה היה דבר גדול שם. Между ними были договоры, которые не описаны в священных писаниях, и это было что-то важное. ובגלל זה לפעמים אנחנו לא מבינים למה קורה דבר כזה. И часто мы не понимаем, почему такое происходит. כנראה. Возможно. סליחה, לא כנראה. בדרך כלל, תפקיד של נביא היה להשלים תפקוד של מלך. Обычно должность пророка заключалась в том, чтобы дополнять действия царя. Мелех במקום הגבוה, ונביא כל הזמן מנסה לתקן אותו ולכוון אותו, אבל בשום פנים ואופן לא ללכת לפני המלך. Обычно пророк был, его должность заключалась в том, чтобы царь, который находится на высоком месте, и пророк бы его направлял, если вдруг видит, что он делает что-то не то, но никогда не было в должности пророка встать выше царя и идти впереди него. Как אנחנו רואים אצל דוד ונתנאל, לדוגמה. Так мы видим, например, сотрудничество Давида и Натана. О נביא ישעיה או זכריה, הם באים למלך ונותנים לו הזדמנויות, נותנים לו נבואה, אבל לא אומרים, לך אחריי, תעשה בדיוק כמו שאמרתי. Или, допустим, во времена пророков Исаии, Захарии, которые приходили к царям и говорили им слово от Бога, но они никогда не вставали на лидерские позиции и не говорили царям, иди за мной и делай то, что я тебе говорю. Аваль, כשאנחנו קוראים סיפור שמואל שאול, אנחנו רואים שלפעמים שאול בגובה כזה גבוה מאוד. למה? אני לא, קשה לי להבין. שמואל בגובה? שמואל, כן. Когда мы читаем рассказ про Шауля,
и Самуила, мы видим, что Самуил занимает как будто бы более важную высокую должность. Канире за я зман шел маавар ме анхала ме анала шел шофте Исраэль ле малахе Исраэль. Ваюшам дварим шанахну. Скорее всего, это просто был такой переходный период, когда закончилось время судей Израилевых и перешло и поднимались цари, и не совсем все позиции были ясными. Ледугма ба эйдана модерни. Например, в современном веке. Мипо юцей Казахстан. Кто здесь выходцы из Казахстана? Атем зухрим Назарбаев квар алах ле пенсия, аваль адайн ая шалит беколя коах, килу машу музар. Мы знаем, что президент Назарбаев вроде бы как на пенсию ушел, но государством управляет до сих пор. Зе квар нигмар, аваль ая куфа дея рука. Может быть, сейчас уже это прекратилось, но очень долго он продолжал управлять государством. Вани лё мавин, ки катув ба сефер тура меот барур. Я не понимаю, потому что в Торе очень ясно написано. Ба-сефер дварим перек швайсре. В Второзаконии, 17 главе. Ме псуким, ме арбайсре, арбайсре, хамешесре, шешесре. Стихи 14, 15, 16. Кше тагия ле арцеха. Написано, что когда ты зайдешь в свою землю. Ше элухим элухеха нотен леха ликвош. Который твой Бог даст тебе овладеть ею. Ас тасим мелех. То поставь царя. Тасим мелех аваль шеу юце ме банеха, ле мехуц лаарец, ле мелех боевой ищи о цибури. Царя поставь из братьев твоих, не кого-то нанимай из экспорта-импорта. Аз ине кан анахну роим ше зот айта Тора. И мы видим, что это Тора. И еще давно Бог заповедовал, что над народом должен был царствовать царь. И мы здесь видим напряженные отношения у Шауля и Самуила, и, может быть, есть какие-то вещи сокрытые, и которые мы так и не сможем понять никогда. Они хошевши атем, мише карает асипуразе, гам хашавула эль дварим думим. Возможно, те, которые из вас читали эту книгу, тоже думали о подобном. Азина анахну баперек шлошесре. И вот мы в 13 главе. זה שמואל א' פרק 13. Первая царь, 13 глава. ובו נרוץ ונקרא שבע, לא, 15 פסוקים הראשונים, אבל אני לא קורא אותם אחד אחרי השני. Мы прочитаем, сделаем такой обзор с 1 по 15 стихи. Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем. Вот мы видим, здесь говорится про первые два года царствования Саула. И он уже выбрал себе армию. Йоханан бно, Йонатан бно ая озер шело. И Йонатан, его сын, был его помощником. Они разделились по всей стране для того, чтобы охранять границы. И они были сильными. Третий стих. Разбил Йонатан охранный отряд филистимлян. И когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу. И собрались филистимляне на войну против Израиля 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конницы, и народа множество, как песок на берегу моря. Пасук хамеш. Бапасук хамеш за цавам меот гдула шел плештим. В пятом стихе говорится про огромную армию филистимлян. Ве ине Исраэль негдам. И видим, что Израиль против них. Ве кату бапасук шева. И в седьмом стихе написано, ше ам Исраэля я бы пахат. Что евреи, народ израильский, были в страхе. Ве я прочитаю Шмоне Тейша Эсер. И ждал народ семь дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него.
Мы здесь видим уже странную эту картину, что-то очень странное. Шауль царих лилахем. Саул должен был выйти на войну. Аבל היה איזשהו הסכם בינו ובין שמואל. Но он договорился с Самуилом. ואנחנו לא יודעים מה קרה שם. И мы не знаем, что там произошло. והם יושבים ומחכים ומחכים. Они сидят и ждут, и ждут. ויש סכנת מלחמה, התקפה של הפלישתים. А здесь уже видно опасность реальную. כמו שאנחנו יושבים ולא יודעים מה קורה עם חיזבאללה. Как мы сейчас сидим и не знаем, что нам делать с Хизбаллой. ותחכו, תחכו, עוד מעט יבוא נביא. И вот мы ждем и ждем, и они также ждут и ждут, и ждут пророка, который должен прийти. אז באיזשהו רגע שאול אומר, מספיק, יאללה, בואו נתחיל. И в какой-то момент Шауль уже говорит, все, хватает, давайте начнем. והם מקריבים קורבנות. Они приносят жертвы. ודווקא כשהם מסיימים מגיע שמואל. И когда они заканчивают, приходит Самуил. ובמקום להיות תומך לשאול, הוא מתחיל לתקוף אותו. למה לא חיכית עוד כמה שעות, מה היה לך מפריע? И вместо того, чтобы поддержать царя Саула, он начинает на него нападать и говорит, зачем ты ждал, и что бы произошло, если бы подождал еще пару часов. ושאול מסביר לו, עם התחיל לברוח, אני חשבתי ככה, ככה. И Саул начал ему объяснять, что народ начал разбегаться, я подумал и принял такое решение. ואני בכלל לא מבין שם כמה דברים. И несколько вещей мне непонятно. הם עשו שם הקרבה קורבנות. Они там сделали жертвоприношение. אבל יש מצווה מאוד מאוד ברורה בתורה. Но есть очень ясная заповедь в Торе. רק במקום שבוחר אדוני. Только в том месте, где изберет Господь. והמקום הזה היה שילו, לא בכלל במקום איפה ש... עם ישראל עמד בהכנה למלחמה. Это место было Шило, это не то место, где народ израильский был готов выступить на войну. А что, למה אני מסביר לכם שיש פה אי הבנות? И здесь есть столько недопониманий. אז אני פשוט רוצה להגיד, לפעמים אנחנו לא מבינים. Я хочу сказать, иногда мы не понимаем. אנחנו לא מבינים מה שהיה אז. Не понимаем, что было тогда. ואנחנו לא מבינים מה קורה עכשיו. И мы не понимаем, что происходит сейчас. אבל בגלל זה יש המשלים שישוע נתן לנו, הרבה משלים. Поэтому есть притчи, которые Ишуа дает нам, много притч. ואחד מהמשלים על הקלות חכמות ופחות חכמות. Одна из притч это про умных невест и про глупых невест. מה העניין של המשל הזה? מי זוכר? Кто помнит, в чем смысл этой притчи? מה המשל? Какое... ברוסית היו אומרים, не спи, а то замерзнешь. זה בדיוק המשמעות. В чем смысл этой притчи? Тиер. Постоянно бодрствуй. Тиер. Постоянно бодрствуй. И послание Ефесянам. Тиер. Постоянно бодрствуй. Тиер. Кило тамид анахну мавиним. Не всегда мы понимаем. Аз бакицер анахну руим ше кан Шмуэль. В общем, мы видим, что здесь Самуил. Но тен это штифат моа хазак меод для Шауль. Промывает мозг Шаулю так хорошо. Ве умерло бы по сукарбайсре, не может теперь устоять царство твое. И говорит в 14 стихе, да, что он не может устоять царство твое. Ве ахарей давар казе. И после этого. Лу, Шмуэля я умер ли дварим каэле. Если бы мне Самуил такое сказал. Айти лёйде, бурех ми арец. Я бы, наверное, убежал из страны. Аваль Шауль. Но Шауль. Митхазек. Укрепляется. Меудед это ам. Ободряет народ. Вем михаслим это в Плештим. И они просто поддерживают огромную победу над филистимлянами. А за нишу вумер. Аю шам дворим ше бакоша нахну мы виним. И здесь есть вещи, которые мы с трудом понимаем. Гам мая бен Шауль ве Шмуэль. И отношения между Шаулем и Самуилом. Гам кеташел קורבן במקום שאי אפשר היה לעשות. И то место жертвоприношения, которое неподходящим было. היה להם מנהגים. У них были свои обычаи. שקשה לנו להבין. Которые нам сложно понять. גם שאול. И также Шауль. היה כזה בן אדם דתי בלי הבנה. Был такой религиозный без понимания. עכשיו אנחנו נראה את זה. Сейчас мы посмотрим. אני היום פוגש די הרבה דתיים בלי הבנה. Я сегодня очень много встречаю религиозных без понимания. גם בינינו יש אנשים שהם דתיים בלי הבנה. И между нами есть люди религиозные без понимания. אתה פשוט תופס איזשהו מנהג. Ты просто цепляешься за какой-то обычай.
И ты думаешь, что если ты будешь сохранять его, то тебе в грядущем мире будет хорошо. А тем юдим, есть маше царих льет хазаким, авал есть дварим, ще похода нахну царихим ласим дагеш. Есть вещи, в которых, которые нужно соблюдать с особой тщательностью, а есть вещи, на которые нужно меньше обращать внимание. Ани тен лахем дугма. Я дам вам пример. Ханука. Ханука. Им атем תקשיבו היום לכל הדיבורים של האחים הדתיים שלנו על חנוכה. Если вы сегодня будете слушать все, что наши братья религиозные говорят про Хануку. אז רוב הדבר הזה זה הבקבוק שמן הזה שהיה דלוק שמונה יום. Что весь смысл рассказа это масло, которое горело 8 дней. אבל אם אתם תקראו מה שכתוב בספר. Но если вы прочитаете, что написано в книге. חנוכת בית המקדש זה הדבר הגדול. То основным, основной линией является освящение храма. זה על מה שאלוהים דואג. Это то, что волнует Бога. הדלקנו אנחנו נר ככה או ככה, בסדר. Это не важно, в каком порядке мы зажигаем свечи. Это просто радостное напоминание. Окей, אנחנו ממשיכים. Мы продолжаем. וכנראה יש גם эпохот, או זמנים. Есть разные эпохи. שאלוהים או יותר קרוב לעם, או פחות קרוב לעם. Когда Бог ближе к народу или дальше от народа. וכנראה שאז. И тогда, скорее всего. כנראה נבואה היה דבר די נפוץ. Пророчество было что-то очень постоянным, частым. אבל יחד עם זה היה די הרבה עבודת אלילים עם כוח. לא סתם כלפי טארו. Но вместе с этим было идолопоклонничество, наполненное колдовской силой, не какие-то не ерунда, как сегодня карты Таро. И реакция Бога во всех этих направлениях была более существенной. Я вам дам пример с Нового Завета. Помните про рассказ Анании и Сапфиры? Сегодня люди постоянно делают то же самое. Сегодня они, многие люди дают обещания, я поддержу, я это сделаю. А потом забывают. А если ты встречаешь такого человека, который обещал, обманул, не сделал, через три года он здоровый и радостный, и все с ним хорошо. Анания и Сапфира пошут на флю и мету. А Анания и Сапфира умерли на месте. Но хохут Элоима я ютер крова в хазака в шофетет. Потому что Божье присутствие было более сильным и и суд происходил на месте. Поэтому, когда поют песню «Пошли огонь», «Пошли твой огонь», я не пою вместе со всеми. Я боюсь этой песни. Ки еще лимеду тану тфила альтави отану לפיתוי. Потому что Иешуа нас научил другой молитве, не веди нас в искушение. אז אנחנו ממשיכים לקרוא. Мы продолжаем читать. אנחנו בפרק 14 עכשיו. Мы сейчас в 14 главе. והנה יונתן וצבא פשוט מנצחים את האויב. И мы видим, что Иоаннафан со своей армией поддерживает полную победу над врагом. ובפסוק שבה אנחנו קוראים יונתן не слышал, когда отец его заклинал народ и протянув палки свои палки взял мед. כאילו היה שם סיפור ששאול בדתיות שלו. Там был такой рассказ, что Шауль в своей религиозности
Уамар лиам, анахну акшав бамилхама, сбон ацум. Сказал народу, мы сейчас во время войны, давайте поститься. Тем не хуем ла дамьен килу, базман милхама та царих лахоль, царих энергия. Представьте себе, воинов во время войны, они наоборот должны хорошо питаться, они должны иметь энергию, силу. Но в его словах была сила. Потом мы увидим это. Мы видим, что народ начинает поддерживать победу. Йонатан умер, тухло это дваш, ешь помале дваш. А и тут Йонатан видит много меда и говорит, поешьте мед, здесь очень много меда. Пасуки с Римвешмона, кто-то из народа сказал, нельзя, проклят, кто вкусит пищи сей. Йонатан говорит, мой отец смутил вас, вы бы сейчас набрали силы, и было бы много больше побежденных филистимлян. В пасук шлошим вештайм, כתוב שהם עצרו במלחמה. И в 32 стихе написано, что они, когда остановились в войне, ונגמר זמן של הצום, и прекратилось это время поста, העם היה גמור מרעב, народ просто был совершенно истощен от голода, אז הם התחילו לאכול הכל כמעט תרפו אפילו חיים. Они просто накинулись на добычу и практически живьем ели животных. И кинулся народ на добычу, пасук шлошим вештайм. И брали овец волови телят, и заколали, и ел народ с кровью. Векшамруэт зеле Шауль, а зуамар, вау, а умер. Повесьте на меня теперь большой камень. Симу Алла это эвена гадоль, кил уиргиш это цмо митумтам вашем. И когда возвестили об этом Саулу, написано, то он почувствовал, что это его вина, как, с какой глупостью он сказал делать то, что он сказал. ואנחנו לומדים ממשיכים. И потом мы продолжаем. ואמר, בוא נעצור, בוא נקריב קורבן לאדוני. И сказал, давайте мы здесь остановимся и принесем жертву Богу. בוא נקרא פסוקים 35, פסוק 35. Давайте прочитаем 35 стих. И устроил Саул жертвенник Господу. То был первый жертвенник, поставленный им Господу. זה כאילו, בן אדם כבר היה בנבואה. Это такое ощущение, как будто человек уже был в пророчестве. У него уже был этот опыт пророчества. Но до сегодняшнего, вот до этого момента он не умел молиться. זה כאילו אנחנו נולדנו מחדש. Это как мы, которые родились свыше. ואנחנו עדיין לא יודעים להתפלל. А не умеем молиться. אבל הוא כבר היה דתי מאוד ש... Как-то осу, вы, как-то осу. Но религиозности он уже понабрался и говорил, так делайте или по-другому делайте. Лама они миламедальзе. Почему я учу об этом? Меот хашу в лифатех, яхас хай им элуим. Очень важно развивать живые отношения с Богом. А дворы мадетим им товим, аваль зерак мишнит, ютера... אחורה, כאילו זה דברים פחות חשובים. Религиозные обряды важны, но они менее важны, чем живая связь с Богом. ופתאום אנחנו רואים מה קורה. Здесь мы видим, что происходит. הוא קורא לכהנים לבוא. Он призывает священников, чтобы они ואומר, пришли. ואומר, תתפללו, שאלו את אלוהים, האם אנחנו צריכים להמשיך בהתקפה. И он говорит, спросите, помолитесь Богу, и спросите у него, продолжает ли нам наступление. И в 37 стихе написано, что Бог не отвечал ему. Лама? Почему? Потому что он возложил проклятие на весь народ израильский своим постом. А его сын сделал балаган. Что мы из всего из этого учим? Все высокие провозглашения нужно делать с большим умом. И если ты что-то делаешь, провозглашаешь, то делай это прежде всего для себя, не включая в это других людей. Бегальзе катув.
Поэтому написано: «Рабим альти юмоли, альти насульют морим». Немногие делайтесь учителями. Лама. Почему? Потому что ты начинаешь пудрить мозги многим людям. Если у тебя нет постоянных живых отношений с Богом, это очень опасно. Очень опасно. Но очень важно, когда ты развиваешь свою связь с Богом. Проблема Шауля в начале его отступлений была та, что он не развил личные отношения с Богом. Он подумал, ко мне прикоснулся Дух Святой раз или два. И сейчас, если я зажигаю шабатные свечи, или буду делать это или другое, то все в порядке. Если мы продолжаем читать этот рассказ, Шмуэль омерло, махашув ютер элогим, яхас о масорет. Шмуэль говорит, что важнее для Бога, отношения или традиции? Везе ото давар амар Йешуа. То же самое сказал Йешуа. Омар, תגיעו, תתקרבו לאבי. Он говорит, приближайтесь к моему отцу. אם אתם חיים בי, אם אתם חיים על הגפן, אז אתם מביאים הרבה פרי. Если вы живые ветви, если вы находитесь на мне, на живой лозе, то вы сможете принести много плода. בפסוק 47 עדיין כתוב. В 47 стихе написано. שחיזק שאול את מלכותו. Написано, утвердил Саул свое царствование над Израилем. И написано в конце этого стиха, против кого бы ни обращался, имел успех. Вот он жил полной жизнью. והנה מלך ומקבדים אותו. И он стал сильным царем, и его почитают. אבל פתאום שוב אלוהים מדבר דרך שמואל לשאול. Но вдруг опять говорит Бог к Шаулю через Самуила. ואומר, טוב שאתה מנצח את האויבים. Он говорит, хорошо, что ты одерживаешь победу над врагами. טוב שאתה מחנדס במפעל. Хорошо, что ты инженер на заводе. О, שאתה עושה маникюр בסלון שלך. Или ты делаешь маникюр в своем салоне. לכל אחד יש דברים רוטיניים שטוב לנו להיות בהם. У каждого есть свои рутинные вещи, хорошо нам там быть. אבל לפעמים אלוהים בתוך זה אומר, אבל יש עוד משהו שהכנתי עבורך. Но Бог говорит в нашей ежедневной рутине, но есть еще что-то, что я приготовил для тебя. אני אתן לכם דוגמה מתנ"ך אחרת. Я вам дам другой пример из תנ"ך. אתם זוכרים אסתר? Помните Эстер? Хадаса. Адаса. היא התחתנה עם המלך. Которая вышла замуж за царя. ויום אחד התחיל בלגן. И в один день начался балаган. עם בן של הבן של הבן של המלך ששאול לא מהיר להרוג אותו. А балаган начался с прапраправнуком царя, которого Саул не захотел убить. Аман. С Аманом. Урацала рогам Исраэль. Который захотел убить народ Израиля. Вы Мордехай умер на Эстер. И а Мордехай сказал Эстер. Умерла. Умерла. Он сказал ей. Зетове яфеше игудия шам. במקום גבוה. Он сказал, это хорошо, что ты еврейка достигла высокой позиции. Но именно для этого времени Бог поместил тебя туда. ועכשיו את צריכה ללכת ולסכן את חייך, ויכול להיות שתמותי, אבל את צריכה לדבר את המילים האלה לאוזני מלך. И сейчас ты должна пойти и подвергнуть свою жизнь опасности, и да, вполне возможно, что ты умрешь, но все равно эти слова ты царю сказать должна. אז כאן זה אותו דבר. И здесь то же самое. שמואל אומר לו. Шмуэль говорит, אתה ניצחת פלישתים, הכל בסדר. Ты победил филистимлян, и это замечательно. Но тебя я приготовил для того, чтобы истребить Амалека. כי Амалек תקף עם ישראל ביציאת מצרים. Потому что Амалек напал на народ израильский, когда они вышли из Египта. מי זה Амалек? Кто это Амалек? הוא היה נכד של הנכד של עשיו.
Он был праправнуком Исава. Ми зохерет Исав? Кто помнит Исава? Але Исав катув бабрита хадаша. В Новом Завете про Исава написано, что он был нечестивец и идолопоклонник. Овед элилим. Идолопоклонник. Везоне. И нечестивец. Блудник. Блудник. Блудни. Зая агеним. Это были гены. Шеаю митфазрим аль коль бней Амалек. Которые передавались всем сынам Амалека. Ве Амалек зе анти-Исраэль. А Амалек это анти-Исраэль. Ве ми зе Исраэль? А кто такой Израиль? Сар эль. Лияцег стандарт. Божий князь, представитель Божьих стандартов в этом мире. Существует ли сегодня Амалек? В духовном плане точно да. Все, что называется беспричинной ненавистью, или злое начало, или антихрист, о антишеми или антисемит, за коль кашур леген шел Амалек. Все это связано с геном Амалека. В катув баперек 15. И в 15 главе написано, что бапасук 8. В 8 стихе, что Шауль хибер мале 210,000 анашим цава. 210 человек. 210 тысяч. Пасук Арба. В 4 стихе написано, что собрал народ и насчитал 200 тысяч израильтян. И 10 тысяч из колена Иудина. 10 тысяч из колена Иудина. За цава анакит. Огромная армия. За бедюк маша нахну пахоту ютер хибарну акшав бамилхама има плештим. Это то же самое, что мы сейчас призвали на войну с палестинцами. И написано, что они вышли против Амалека и победили их. Но он сохранил жизнь Агагу. И он хорошее стадо сохранил. И вот опять магия Шмуэль. И вот еще раз приходит Шмуэль. И здесь он просто увидел это и скатился с катушек. Умер. Есть давар, что не крахет. Он говорит, есть грех. А вал есть машу томе. А есть не скверна, не чистота. Вата алита бадарга мехет. А сегодня ты от греха перешел к нечистоте. И все, с тобой закончено. От этого ты уже не очистишься. Когда мы делаем грех, то мы можем покаяться. А когда мы заходим в нечистоту, то мы настолько, даже наше мышление, наш разум изменяется и наполняется злом. 22 стих. Шмуэль омерло. И Самуил говорит. Мата хушев, ше ле Элохим сам лев аль курбанот шелха, им аяхас шелха и то улю амити? Он говорит, неужели ты думаешь, что Богу важны твои жертвы, если твое отношение с Ним неправильное? А им датиют шелха тов ютер мелев шешуме лекол Адонай? Твоя религиозность неужели лучше, чем твое сердце, которое не слушает голоса Бога? В пасуке 23 умер, ки хосер хакшава ледвар Адонай. Он говорит, что непокорность Божьему Слову – это такой же грех, как волшебство. Потому что колдовство – это когда ты слушаешь других духов.
а идолопоклонство. Зекшата баофен галуй умед негет элухим ваумер зеу, немас ли итха, а не улех бадерех ахер. Идолопоклонство — это когда ты осознанным выбором говоришь, все, Бог, я не тебе поклоняюсь, а другим богам. Они хушев, ше сипур помеот барур. Я думаю, что здесь рассказ очень важный, ясный. Алейну лишмор аля драхим шелану. Нам нужно сохранять свои пути. ואני לא פעם אחד אומר מילה יראת אדוני. Я не раз и не два повторяю вам слово страх Божий. יש בנו יכולת לבקש מאלוהים יראת אדוני. Есть способность просить у Бога Божьего страха. וזה בעצם עושה חד יכולת שלנו למצפון שלנו להקשיב לכל אלוהים. Это делает нашу совесть и наш слух способными слышать Божий голос. ולא לעשות סטיות. И не отходить. שאלוהים יעזור לנו. Пусть Бог поможет нам. מהסיפור הזה שנלמד את האמת. И чтобы мы могли с этого рассказа научиться истине. טוב, בוא נעמוד. Давайте мы встанем. סבלי יקריא לנו מברית החדשה על הגפן. Савелий нам прочитал местописание с Нового Завета про лозу. Ишуа у агефен. Ишуа наша виноградная лоза. Анахну анафим ше мехубарим элав. А мы ветви, которые прилеплены к нему. Ани митпалел адон ше тазрим шел амиц шел алоза шел агефен азе имеут хазак бетухим. Я молюсь, Господь, чтобы сок, который есть и переходит от лозы к ветвям, был очень сильный в нашей жизни. Тен лану להרגיש אותך. И дай нам чувствовать тебя. תעזור לנו. Помоги нам. ותעזור לנו להיות בדיוק כמו שישוע אמר עלינו, אתם אור בעולם הזה. И помоги нам быть теми, кто Ишуа, кем Ишуа хочет нас видеть светом в этом мире. Амен. בוא נעמוד. Давайте встанем и помолимся. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום. אמן.